Всем привет! Следующая точка нашего маршрута – это Голая пристань. Это нужно немножко отклониться от маршрута, чтобы заехать туда. В прошлом году мы заехали и были очень приятно удивлены. Эта поездка была из серии «А давайте свернем и посмотрим». Мы были очень приятно удивлены. В этом году решили заехать сюда еще раз. Голопристанский район, как вы видите, степной. Ну, а вот слева какие-то дачи. Ну, тут вот насажена растительность деревья. Кстати, в Голой пристани находится санаторий Гопры. И там находится большое соленое озеро с целебными грязями. И лечат очень многие болезни. Ну, конечно, лучше об этом почитать на сайте санатория. Гопры – это сокращенно от слов «Голая пристань». По знакам вы видите, что мы подъезжаем к Голой пристани. Налево пошла объездная дорога. А мы едем прямо. И вот нас встречает Голая пристань. Слева как раз находится санаторий Гопры. Красивый забор. Территория парка. Немного впереди будет центральный вход в санаторий. Возле него стоят машины. А мы едем к набережной реки Конка. Немножко ниже по течению речка Конка впадает в Днепр. Впереди красивая арка, через которую можно попасть на набережную. А мы сейчас припаркуемся и пойдем гулять. И вот мы уже на набережной. А это речка Конка. И там дальше она впадает в Днепр. И вот посмотрите, какая красивая набережная. Какая архитектура, какие клумбы. Все, что можно было создать в этом южном климате. Там дальше пляж. Вот такой декоративный кораблик установлен. Всякие разнообразные фигуры, скульптуры. А это остров между Херсоном и Голой пристанью. Ну и как модно сейчас везде ставить такие композиции, я люблю свой город. На этом острове находятся дачи, и попасть туда можно только на лодке. Вот видите рыбак. Вот посмотрите, слева речка Конка, а вот правее речка Чайка. Именно в этом месте они сливаются. А это другая сторона набережной. Вы тоже посмотрите, как красиво. Это ближе вот к входной арке. Вот обратите внимание, фонтан. И работает. Причем несмотря, что это районный центр, а не столица. Все работает. А вот как раз лодка перевозит пассажиров на ту сторону. Ну, понятно, что можно всегда договориться, и вас перевезут и с грузом, и без груза.
А вот и пляж. За ним синее здание, это городской дворец порта. Ну, людей не очень много, возможно, потому что будний день. А вот там находится зерновой перегрузочный терминал. Сюда подходят корабли, баржи. Обратите внимание, здесь ходят пассажирские теплоходы. И вот расписание. Эти новая Каховка, Херсон. Обратный рейс. Эти новые Каховки, прогулочные рейсы. Херсон, Голая пристань. Эти разные рейсы есть. Вот причал. И пока мы тут гуляли, перевозчик доставил людей уже на тот берег. Вот установлен такой якорь. Ну и понятно, что возле речки очень много рыбаков. Вот такая красивая эмблема. Город Голая пристань, 1709 год. Так что представляете, какой старинный этот город? В Херсонщине в южном климате растет очень много гибискусов. Это вот эти красивые цветы. Они бывают разных видов, разных расцветок. Здесь такие сиреневые. Дальше вот такие малиновые. Вот туристическая карта Голой пристани. Видно вот соленое озеро. Вот речка Чайка. Арка входная. Ну, видите, вот есть скульптуры, беседки, кафешки. Вот и санаторий Гопры. Мимо этой арки мы проезжали. Вот скульптура «Нептун с русалками». Ну, если видите мест, чтобы сделать фотосессии, здесь просто предостаточно. На любой вкус. Кому красивые панорамы, кому вот такие вот арки красивые, ну, а кому всякие разнообразные скульптуры. Вот вход на пляж. Видите, люди купаются. Вода чистая здесь. Ну и как везде, на всех пляжах прокат катамаранов. Ну вот мальчик пытается сделать
с обычного велосипеда водный велосипед. Вот скульптура «Арбуз», посвященная херсонским арбузам. Тоже место для фотографий. Ну и вот высажена красивая аллея. Арбуз в человеческий рост. И вот такая скульптура жаба. Якби на жаба не давила, що була у нас ще сила, якби ще мудрості додати, яку б могли країну мати. Ну от клумба поки пустая. До осені, мабуть, рози розцвітуть. Ось справа видна дитяча площадка. Ну и мы отдыхаем в тенечке. Так что для тех, кто отдыхает в санатории, да и в самом городе, есть где прогуляться, места хорошие. Ну, я думаю, что и территория санатория, там парк красивый. Так что надо будет когда-нибудь туда заехать. Покидаем набережную. Ну, и сейчас немножко проедемся по центральной части города. Посмотрим на сам город. Справа продолжение набережной. Видите, вот деревья высажены. Вот там вот виднеется сцена, видно для праздников каких-то, а может для фестивалей, здесь проводится фестиваль арбузов. Ну видите, город ухоженный, чистенько, вот магазинчики и слева, и справа. Заканчивается набережная и улица поворачивает левее. Уже в сторону окружной дороги. Здесь тоже справа видите деревья, аллея, тенечек. Здесь вот памятники. Ну, а я буду заканчивать свой выпуск. Подписывайтесь на наш канал. И путешествуйте вместе с нами.